Входные группы магазинов и соцучреждений, проезжие части и тротуары. В Люберцах санитарной обработке подлежат все места общественного пользования. В этой работе дорожно-эксплуатационным организациям помогают сотрудники МЧС. Химик дозиметрист Никита Хван приступает к работе. Обычно эти сотрудники Федеральной спасательной службы участвуют в тушении пожаров. Сейчас же некоторые из них задействованы в дезинфекции люберецких улиц. Вооружившись спецоборудованием, обрабатывают поверхности. Обработку проводят сотрудники, специально экипированные в костюмы, которые позволяют находиться в местах с массовым пребыванием. И обрабатывают дезраствором объекты инфраструктуры. Остановочные павильоны, тротуары, подземные пешеходные переходы, входные группы социально значимых учреждений и магазинов, лавочки, памятники и многое другое. Список адресов, где наиболее часто бывают люди, достаточно большой. В работе по дезинфекции мест общественного пользования задействованы 30 человек. Специализированная техника также задействована. Поливомоечные трактора проезжают. Это более 15 штук. Места общественного пользования в Люберцах обрабатывают ежедневно. Эта работа продолжится до особого распоряжения. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ,